Всем привет! Сегодня у нас будет тематическое видео, посвященное 23 февраля. Всех мужчин поздравляю с праздником. И так получилось, что мне были подарены три киндер-сюрприза на годовщину свадьбы, и они идеально подходят для сегодняшнего выпуска, поскольку это такая мальчуковая коллекция, и это у нас супергерои из Marvel. Обложка на всех киндерах, как вы видите, одинаковая, изображены четыре героя: Тор, Человек-паук, Черная пантера и то ли Капитан Марвел, то ли Чудо-женщина. Пишите в комментариях, как правильно ее зовут. Я вообще супергероев-женщин не знаю абсолютно никак, меня больше привлекают мужчины. Ну или, может быть, я фильмы смотрела только с ними. Обложка очень такая классная, симпатичная. И здесь, кстати, написано «праздновать». Интересно, что праздновать? Может быть, 23 февраля? Так, сюрпризики у нас январские этого года. Это новая коллекция, которая вышла в Kinder Maxi. Ждем Kinder Maxi еще, если мне не изменяет память, должны выйти улитки у нас в России к Пасхе. Так, 141.01 где-то приблизительно весит данное яйцо. Ну, по звуку мы навряд ли здесь что-то определим. Сколько игрушек в коллекции, я тоже не знаю. То ли те, что изображены на обложке, или это просто такую обложку сделали. Сейчас будем с вами смотреть и вообще оценивать, насколько интересные Макси в данной коллекции. Большое яйцо. Так. Опа. Оранжевая капсула. Вообще никакого звука не издает. Открываем. И кто нам попадается? Посмотрим сейчас. Как плотно закрыто. Так. А, и это нам попадается Тор. Да, нам... Ух ты, здесь даже наклейки какие-то. Так, наклейки, конечно, не очень люблю. Давайте... Ух ты, даже маленькие, как в обычных киндер-сюрпризиках. Давайте посмотрим на всю коллекцию, сколько же здесь фигурок. Так, да, 4 фигурки, как изображены на этикетке. Здесь у нас Человек-паук, который стреляет паутиной, Тор, который стоит на каком-то пьедестале. Дальше Черная пантера и вот Капитан Марвел, скорее всего. Ну, если что, поправьте меня. Так, здесь изображен у нас сам Тор, а наклеечки, видимо, это просто как дополнительная опция. Их можно куда-то наклеить в какой-нибудь альбомчик. Ладно, это уже радует, что не надо клеить на саму игрушку, а то это было бы не очень хорошо и интересно. Собрала я нашего Тора. Очень классная фигурка, из блестящего пластика сделана. Но, мне кажется, возможно, не хватает прорисованного ротика. Ну, это, наверное, уже какие-то мои такие придирочки. А так, смотрите, плащ развивается, волосы. Здесь молоток у него серенький. И сам, собственно говоря, пьедестал. Очень такая классная фигурка. Ее и поставить на полочку интересно, и поиграть с ней будет интересно. Вот, ну, единственное, что, я не знаю, как-то сливается со шлемом, но, наверное, по-другому никак. Хотя можно было бы сделать их и не слитно, а зазорчик сделать. Ну, вот такая вот классная фигурка. Все интересно прорисовано. Плащ развивается, есть складочки, костюм разрисован, пояс. Даже какие-то браслеты красные на руках. Очень даже хорошая фигурка. И здесь у нас три наклеечки, которые можно наклеить, куда вам захочется. Ну, я их уберу в коллекцию, я коллекционирую тоже, кстати, наклеечки. Так, следующий у нас 140.33. Так, здесь вроде какой-то звук слышен. Хочется надеяться, что попадутся хотя бы три разные из четырех. Ой, сразу открылся он у меня. Так, сейчас достанем капсулу. Так, ого, здесь, наверное, что-то другое. Мне хочется в это верить, раз яйцо трясется. Да, и здесь нам попалась как раз женщина, супергерой. Так. Какая-то слизь интересная. У Человека-паука паутина, а здесь у нее какая-то слизь. Пишите, что это вообще такое.
Может, это огонь какой-нибудь? Не знаю, не смотрела я фильмы с данным персонажем, но личико мне не очень нравится. А здесь уже бумажка большая. Так, и всего лишь две детальки, почему они у нас так сильно и гремели. В Торе было аж целых три составные части, здесь всего две. И она у нас на чем-то взлетает, да, то ли огонь, то ли слизь. Звездочка прорисована, ну, скорее всего, это какой-то Капитан Америка, наверное. Не, не Капитан Америка, а Капитан Марвел. Как ее называют? Ну, в целом, фигурка неплохая. И уже радует, что две разные из коллекции, считайте, половина собрана. Останется еще половина, если третий сюрприз будет другим. Так, и наклеечки. Ну, какие-то вообще прям здесь. На какую-то похожую ящерицу, если честно. Так, ладно. И еще один. Он у нас весит 133,12. Вес очень маленький. Возможно, здесь будет что-то другое. Хотя очень часто бывает так, что вес отличается на 10 грамм, а игрушки попадаются одинаковые. Это погрешность в шоколаде, в капсуле, в самой этикетке, но никак не в игрушке. Такое тоже случалось. Но хочется верить, что нам может попасться... Или Человек-паук, он тоже не очень большая фигурка. Скорее всего, это и может быть Человек-паук, хотя там у него стена тяжелая. Хотя это может быть, опять же, эта женщина. Тоже гремит очень яйцо. Давайте посмотрим, что же это такое. Да, это повторка. То есть 10 грамм разницы, а фигурка одна и та же. То есть, наверное, самое-самое громкое это будет именно эта женщина попадаться. Ну что ж, 50% коллекции собрано, это уже здорово. Будем выбирать яйца, наверное, глухие, не звонкие, поскольку вот это яйцо было глухое. Здесь много деталей. В Человеке-пауке, если посмотреть по вкладышу, то у него здесь тоже собирается стена. Он должен быть, наверное, тоже тяжелый и не очень сильно грохотать. Но вот этот вот может позвенеть, наверное, потому что здесь всего две, видимо, детальки будут. Сам герой и его подставка. Но иногда по весу угадывать очень и очень тяжело. Ну что ж, еще раз всех с праздником. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, нажимайте обязательно на колокольчик, чтобы не пропускать новых видео. Будем открывать с вами новый Jurassic Park, Kinder Joy. Откроем еще разные сюрпризики из старых коллекций таким микстом, чтобы посмотреть, соберется что-то у нас или не соберется. Ну и будем ждать Пасху, пасхальные сюрпризики. Может быть, что-то будет выпущено еще. Пока-пока, до новых встреч!